наконец-то стала известна истинная причина расставания Юлии Тиграна. При всей своей харизматичности Белая не уверена в себе и ловит каждый взгляд своего мужчины, направленный на других участниц «Дома-2», изнывая от ревности. Белая хочет, чтобы горячая кровь Тиграна Салибекова стала холодной, чтобы у него не было флюидов, которые появляются при его общении с девушками, и чтобы он вел себя во время интима стабильно, а не экспериментировал. Белая призналась, что Салибеков завелся, познакомившись с Алиной Иордан, и ночью вытворял в постели с ней нечто такое, что ему не свойственно. Опытная Белая поняла, что не она стала причиной буйства Тиграна, а новенькая Алина, стройная, молодая и привлекательная.